Значит, на прошлом семинаре мы коснулись тем, которые достаточно условно простые, типа там пятиоремы, вязкости. А, у нас осталась одна, наверное, самая тяжелая тема. Это нестационарные движения. То есть все задачи, которые мы до этого рассматривали, решали, смотрели, они обладали таким свойством, что там от времени вообще ничего не зависело. То есть, может быть, только в ударной трубе у нас была какая-то логическая зависимость от времени. Но в целом ее можно было или когда ударная волна, допустим, налетает на стенку и отражается, там что-то меняется от времени, но там в явном виде время в параметры задачи не заходило, на самом деле. То есть там все явления можно было рассматривать как квазистационарные. То есть бегущую ударную волну можно, в принципе, рассматривать как некую стационарную в своей собственной системе отчета. Тогда там от времени как бы ничего не меняется. Но, тем не менее, задачи, в которых время входит в явном виде, они, безусловно, существуют, ну, то есть это реальные задачи. Вот, и поэтому мы немножко коснемся вопроса, а что делать и как вообще записывается решение, если процесс со временем меняется. То есть если есть что-то, что меняется со временем. То есть когда время входит в виде явного параметра и от него в явном виде что-то зависит. Вот, обычно эта тематика, вообще говоря, относится, так сказать, к одномерным, как одномерное течение сжимаемого газа, одномерные бегущие волны. В общем, вот это ключевые слова, которые относятся к этой теме. Ну, значит, что начинается? Начинается все с законов, как бы это самое, сохранения массы и импульса. Здесь у нас есть dρ под АТ плюс ρv по dx равно нулю. Это, если вы помните, закон сохранения... А, стоп, может быть, вы даже это не помните, потому что это не выводилось. То есть тогда давайте... Нет, выводил. В самом начале вроде бы. Ну, ладно. Напомню. То есть, если у нас есть кубик, и течение у нас одномерное, то есть вот этот кубик заходит только слева и выходит только справа масса, а по вертикали и по горизонтали вообще никакого движения нет, то заходит у нас ρv, выходит у нас ρ плюс там, dρ по dx на dx. То есть превращение по плотности, то же самое превращение по скорости. Ну, то разница этих двух формул будет выглядеть вот так. Это будет dρ по dx на dx умножить на v. Плюс ρ dv по dx на dx плюс ρv минус ρv. Ну, ρv это, соответственно, вот это перемножение, минус ρv это то, кто затекал. Ну и плюс здесь еще есть вот такой член dv по dx на dx, но он приравнивается к нулю, потому что у него есть второй порядок малости, то есть у него dx умножается 2 сам на себя. И это, условно говоря, расход массы на единицу площади. Чтобы он стал расходом массы не на единицу площади, а просто расходом массы, нам надо это еще умножить на площадь кубика, то есть dy и dz. Теперь это количество массы, который в этот кубик, вернее, разница между выходящей массой и заходящей массой. Вот теперь эта запись означает разницу. То есть вот это вытекает из кубика масса с единицы площади, это затекает в единицу времени, в единицу площади. Чему это равно? Ну, разница между затекающей, вытекающей, вернее, затекающей. Это изменение. То есть это dρ по dt умножить на dx, dy, dz. То есть это изменение массы внутри кубика. Ну, то есть кубик затекает, вытекает, и разница это изменение того, что там получилось. Ну, вот так вот. Понятно, все посокращалось. И вот это сокращается, плюс dx за скобки выносится. Мы получаем, что v dρ по dx, конечно, что раз это вытекающая масса, да, то здесь знак минус. Здесь вытекающая минус затекающая, да, то есть это уменьшение массы. Плюс ρ dv по dx
равно минус dρ по dt. Все просто. То есть есть кубик, есть заходящие, есть выходящие, она равна разнице. Ну и если так присмотреться, то вот это вот. Это ρ под x. Вот так получается, это уравнение неразрывно. Это не ко мне? А, ну хорошо. Так. И второе уравнение, закон сохранения импульса, если вы помните, да? Но его сейчас тоже придется немного переписать. То есть точно так же, берем кубик. Я уже эту формулу много раз выводил, но сейчас мы ее еще раз выведем. Есть кубик. Вот. И для него можно точно так же записать закон сохранения импульса. То есть у него есть некий, так сказать, входящий импульс, есть некий выходящий импульс. Да? Вообще, в общем виде это выглядит вот так. F равно ma. Да? Вот. То есть сила, которая действует так сейчас. Это тогда не надо. То есть здесь у вас есть некоторое давление, которое на него действует. Здесь, соответственно, давление плюс некое превращение давления, так сказать, по x. Да? Поэтому сила, которая действует, это dp по dx на dx, умноженное на площадь кубика. Вот это площадь. То есть разница давления умножить на площадь. Так, масса это ρ dx dy dz, а ускорение это полное производное времени по полное производное скорости по времени. Скорость является функцией в данном случае двух переменных, то есть t и x. Ну ладно, то есть это dv по dt, но dv равняется dv по dt на dt плюс dv по dx на dx, так как функция это x от t. То есть это функция двух переменных, x и времени. Вот. Ну и еще это делится на dt. То есть понятно, что если мы это разделим на dt, то мы получим dv по dt плюс dv по dx на v. Ну потому что dx по dt в данном случае это скорость. Ну, это скорость, естественно. Если вы помните, вот этот член в трехмерном случае, это v на облав, то есть там целая куча всяких членов, да, но в одномерном случае, если vy и vz равны нулю, то здесь все достаточно просто получается. Это закон сохранения импульса. Вот, то есть его... сейчас. Можно выписать вот таким образом. dv по dt. А, да. Момент, здесь вот так. Плюс, собственно, v dv по dx плюс единица на ρ dp по dx равно нулю. Ну вот, собственно, два уравнения, из которых, вообще говоря, вылазит все остальное. Как отсюда что-то вообще вылазит? Смотрите, здесь вот так вот много всего, да, много чего от чего зависит. Это можно сделать следующим образом. Вот здесь начинается некая, ну, так скажем, то есть здесь нет никакой логики, ну, вернее, она есть, но, то есть почему производятся те замены, которые производятся, я лично объяснить не могу. Но очевидно, что они случайным образом были найдены. То есть никакой особой логики, почему надо именно вот так менять буквы друг на друга, чтобы получить хороший результат, ну, наверное, нет. Вот. То есть мы должны так вот посмотреть вот на эти вот выражения. И сказать, то смотрите, здесь видите, dρ по dt стоит, да? А здесь вот по dx стоит. Вот по dx как бы можно переписать это вот так. То есть dρ по dt плюс, это, кстати, d. Да. d ρv по dρ
умножить на dρ, куда x. Ну, то есть просто добавляем дополнительную как бы переменную. А здесь мы перепишем это вот так. dv по dt. Здесь выносим за скобку. Так, здесь будет dp по dv. dv по dx. Ну, то есть это ничего сложного, здесь мы просто порядок дифференцирования поменяли, добавили, так сказать, лишний член. Что мы видим? Мы видим, смотрите, что у вас здесь стоит d по dt, а здесь стоит d по dx, да? И здесь стоит d по dt, и здесь стоит d по dx. Правильно? То есть мы, вообще говоря, вот этот верхнее уравнение можем как бы разделить на dρ по dx, а это мы можем разделить на dv по dx. И что получится? Вот если мы возьмем и dρ по dx как бы разделим на dρ по dt. Ну или наоборот. Вернее, давайте наоборот. И не получится. Вот здесь t. Вот здесь пока x стоит. Вот что это такое? Это dx по dt. Все просто. Ну, здесь некая магия, так сказать, дифференциалов начинается. То есть, смотрите, в чем прикол. Вот у вас здесь есть частное производное, да? И здесь есть частное производное. По x и по времени. И здесь есть попытка избавиться от производных по x и по времени. Так, чтобы у вас были связаны параметры там, плотности, скорости, там чего угодно, и они не зависели от времени и координаты. Причем замечу, что вот это частное производное на самом деле при постоянном ρ. Так. Почему-то со знаком минус входит. И тогда мы можем сказать, что у нас вот это вот dx по dt при постоянном ρ. Так, dx по dt при постоянном ρ есть, ну, собственно, dρ v по dx по dρ. И, собственно, есть v плюс ρ dv по dρ. Вот так. Теперь, если мы провернем вот это аналогично вот с этой штукой, то мы сможем получить вот такую вещь. Блин, почему-то ее здесь не получили. Ну ладно. dx по dt при постоянном v, то есть опять это вот деление. То есть вот на эту штуку делим, сюда переносим. Есть v плюс единица на ρ, там что-то dρ по dv. Так, кстати, ρ или p? А, dp по dv. dp по dv. То есть, смотрите. Здесь вот снова, то есть, смотрите, первый нетривиальный шаг, да, то, что мы должны из общих уравнений выписать, вот так вынести производную. Почему? Ну, потому что вот там умный дядя когда-то давно, дядя по фамилии Риман, если быть точным, вот так решил. Сделал. Вот. Потом выписать вот это соотношение. Ну, понятно, что здесь dρ по dt, dρ по dx, и можно также dv по dt и dv по dx сделать. Теперь писать вот так. И дальше получается вот таких вот два уравнения. Пока это просто некая игра, так сказать, с цифрами. Дальше входит некое физическое предположение. То есть пока, на самом деле, вот эти переходы, они пока не обладают никакой физикой. Это просто, ну, там, одни буквы. То есть здесь были бы там не плотности, скорости и давления, а просто какие-нибудь там x, y, z. В принципе, было бы все то же самое. Но теперь надо сделать, так сказать, первое предположение физическое. Что мы можем сказать вот про эти dx по dt при постоянном ρ и dx по dt при постоянном v?
Поскольку у нас течение одномерное, это важно, мы можем сказать, что функция плотности и функция скорости являются взаимооднозначными. То есть, да. Это значит производная икса по времени при постоянной скорости. То есть на самом деле в этом нет глубокого физического смысла. То есть представить это, то есть что это вообще означает? То есть у вас есть некое течение, да? Ну, некая там труба, поскольку у нас одномерная, в ней течет газ или жидкость, он сжимаем. И мы знаем, что у него есть координаты, у нее есть время. Условно. То есть мы можем в каждый момент времени эту трубу зафотографировать. Получаем какую-то двухмерную картину. Это по времени и по x. И там есть скорости в каждых местах. Так? И вот если вы вот в этом пространстве, так сказать, выделите некое место, где скорость постоянна, да, оно будет как-то перемещаться по трубе, понятное дело, и по времени, то производная, так сказать, x по времени вот, будет вот так вот записываться. Еще раз, в этом, возможно, нет такого какого-то глубокого физического смысла. То есть это именно игра с буквами. Но если мы говорим именно о трубе постоянного течения, да, то если вы помните, что ρ, ну, ρ на V должно быть константой на самом деле. Поэтому у вас на самом деле плотность и скорость должны быть связаны однозначно для течения в трубах. То есть если у вас скорость возрастает, у вас плотность должна уменьшаться, чтобы одинаковая масса проскакивала. Вот. И таким образом вы можете сказать, что у вас константа параметра ρ, вернее, не так, это я неправильно сказал, наверное, так нельзя утверждать, что у вас это взаимооднозначный функция, но она утверждает, что если у вас плотность константа при течении в трубе, то у вас и скорость константа при течении, вот это можно утверждать. То есть если у вас труба в силу каких-то причин течет внутри трубы жидкость с постоянной плотностью, то у нее не может измениться скорость. Потому что у трубы постоянное сечение. Ну, то есть, если вы представляете трубу с постоянным сечением, да, если там что-то течет с постоянной скоростью, то очевидно, течет с постоянной плотностью, иначе это не работает. Вот. Если это так, то с этим параметры должны быть равны. То есть, вот это dx по dt при постоянном ρ и dx по dt при постоянном v должны быть равны. И тогда вы получаете что-то типа вот такого. То есть, ну, понятно, скорости сократились, у вас получается, что ρ dv по dρ равняется единице на ρ dp по dv. Далее, если вы помните, как вот выходить в ситуацию, что dp по dv, как они меняются? Ну, dp можно выразить через ρ. Если вы помните, что dp по dρ равняется f квадрат. Ну, это при постоянной энтропии, но здесь вся логика вывода идет при постоянной энтропии. Да. Нет, это для постоянного сечения. Если сечение не постоянное, будет все это не так. Мы сразу как бы выводили для постоянного сечения. Мы же в одномерном случае решаем. А если вы помните, я вам рассказывал, что одномерный случай работает только в случае, если сечение меняется очень медленно. То есть одномерный случай заведомо предполагает, что у вас сечение либо не меняется вовсе, либо меняется, но очень медленно. И можно этим изменением, можно прийти. Если оно меняется достаточно быстро, то это не одномерное сечение. Ну, вот это. И да, и второе предположение, которое может быть самое начальное, все это при постоянной энтропии происходит. То есть если энтропия не постоянна, то здесь и выводить даже не имеет смысла. Ну, вообще обычно в газах энтропия постоянна. Просто потому, что они двигаются гораздо быстрее, чем теплообмен проводит. То есть, смотрите, есть в мире два процесса, изотермический и адиабатический. На самом деле все процессы лежат между этими двумя, реально. Потому что у вас либо процесс успевает обмениваться, так сказать, с внешней средой, то есть превалирует обмен с внешней средой над процессом, тогда это изотермический процесс. Потому что внешняя среда условно градируемая температура постоянно. Либо он вообще не успевает обмениваться средой, тогда процесс адиабатический. То есть все, что происходит с объектом, это его внутреннее дело, и он не общается с внешней средой. Ну и все как бы реальные процессы, они между этими двумя находятся. Но адиабатические, они, конечно, гораздо более распространены в природе.
Потому что почти все процессы, ну, то есть теплообмены, они гораздо медленнее, чем какие-то процессы. Так что вот эту штуку можно переписать вот так. C квадрат g ро по dv. Делено на ро. И теперь что мы получаем? Мы получаем, ну, смотрите, вот если вот здесь dv по dr, да, здесь dr по dv. Конечно, ногами. Вы получаете что-то вроде вот такого, что у вас dv. Ну, если мы говорим про опять-таки, то есть вот это все при постоянной энтропии, да, то есть это если, ну, то есть можно пока, можно на самом деле вести полную производную. А на самом деле переход несправедлив, вы не можете просто так заменять частную на полную. Но мы скажем, что процесс идет при постоянной энтропии, мы говорим, что у вас функция v и ρ взаимооднозначно связаны, поскольку у нас течение одномерное, поэтому переход допустим. Ну, мы как бы в голове держим, что на самом деле это справедливо только при адиабатическом процессе. Есть процесс не адиабатический, этот переход неправильный. То есть отсюда, вот сюда. Вот так. Ну и отсюда понятно, что у вас скорость. Есть интеграл от c делить на ρ по dr. Вот здесь возникает первая особенность, плюс-минус стоит. Потому что когда корень извлекаете, да, там плюс-минус появляется. Ну, может быть минус. Вот так. И это пока, на самом деле, все, что я сейчас вывожу, вы, скажем так, если из общих физических соображений подумаете, вы даже догадаться можете до всех выводов, которые будут получены. То есть я неоднократно их в решении задач даже использую уже, эти выводы. Ну или не использую, вы, в принципе, сами можете догадаться. То есть их как бы они физически интуитивно понятны. А как бы вывод, да, действительно, вот такой нетривиальный, с большим количеством каких-то таких странных переходов. Ладно. Ну, здесь можно, так сказать, добавить, что вот этот интеграл на самом деле берется, потому что в целом ρ это есть, по опять-таки, уравнение адиабата, не забываем, что мы говорим только про адиабатические течения, поэтому у нас ρ и c связаны. c это на самом деле температура, да, как вы помните, для идеального газа. То есть это связь плотности и температуры в адиабате. Вот здесь записано. Ну и, соответственно, у вас v есть 2, гамма без единицы, интеграл там dc. Так, если мы... Если мы ρ... Сюда подставим. Здесь в учебнике вот так написано. Давайте-ка проверим. То есть здесь c делить на ρ 0, c в степени 2 гамма без единицы, ну, делить на c 0, 2 в степени гамма без единицы. Так, умножить на ρ0, делить на c0 в степени 2 гамма без единицы, умножить на 2 гамма без единицы, c в степени 2 гамма без единицы минус 1, dc. Ну, то есть мы должны просто ставить сюда, от ρ взять производную. Так, значит, у нас здесь что получается? Ну, c0, понятно, сокращается, потому что это константы сразу.
Так, вот это здесь лишнее было бы тогда. А, ну да, как раз 2 гамма уходит туда. А здесь остается c делить на 2 гамма без единицы. Здесь c делить на 2 гамма без единицы. И минус... минус 1. А здесь c в первой степени. А, ну да, да, все правильно. То есть c, вот эти вот, они тоже сокращаются. И здесь все получается очень просто. Просто dc. То есть получается, что функция скорости однозначно связана не только с плотностью, но и со скоростью звука. Локально. Ну, то есть здесь и здесь. Да, да, здесь еще плюс-минус стоит на самом деле. Здесь ставим плюс-минус. Ну и получается, что v, ну, c. То есть если вот это взять, да, интеграл, то это c минус c0 просто. Это c минус c0. То c есть, собственно говоря, c0 плюс-минус гамма без единицы пополам v. Пока это тоже как бы не, ну, игра с буквами, но смотрите, мы уже получили какой-то результат. Если у вас есть какое-то течение, и в нем работают, оно адиабатическое, одномерное, в нем есть законы сохранения, то в нем получается, есть некая связь между скоростью звука, скоростью и ценой. Так. Ну и теперь самое такое интересное, собственно, ради чего все это делалось. Вы теперь можете взять какой-нибудь вот из этих вот, вот этот, dx по dt, например, при постоянной скорости, вот это уравнение, вот, вот это. И вот здесь вот еще написать. Ну там dp по dv стоит, а здесь можно написать, что вот это есть опять-таки плюс-минус интеграл от dp, деленное на ρc. Ну, то есть в обратном. То есть вот если у нас есть сейчас, вот здесь замена. То есть мы можем всегда dρ по dp через c квадрат связывать при энтропии. Сколько у нас опять-таки энтропия сохраняется, то мы здесь вместо dρ можем dp написать. Это зачем? Это за тем, чтобы вот сюда, вот видите, здесь dp по dv стоит, да? Ну и здесь вот если вы возьмете производную, у вас получится dp по dv через rc. Видно? То есть вот dp по dv, да, вот здесь. И здесь вот если вы продифференцируете, у вас получится dp по dv равно rc. И, ну, то есть вот. Вот если это продифурить, то вы получите, что dp по dv равно плюс-минус единица на ρc. Так, стоп. Наоборот. ρc сверху. И теперь, если вы это подставите сюда, то вы получите вот такую штуку. Что dx по dt ну, собственно, равняется v плюс-минус c. А вот теперь ваш вопрос, который вы задавали. Какой смысл во всем этом? Смысл в следующем. На самом деле этот смысл как бы заключается в смысле понятия скорости звука. То есть на самом деле вот эту формулу, которую столько нудистики надо было, чтобы ее вывести, на самом деле она из общечеловеческих соображений очевидна. Смотрите, если у вас есть вот в этом пространстве координаты времен, то есть у вас есть труба, условно говоря, вы в какой-то момент их опа зафиксировали, как у вас там скорость меняется вдоль трубы. В следующий момент времени у вас снова скорость как-то меняется вдоль трубы. Ну и так вы нарисовали какое-то вот двухмерное пространство, как у вас от координаты времени меняется скорость. Вот, допустим, вот у вас здесь вот есть координата x пространства, у вас здесь есть координата t.
Ну, и это здесь должно быть еще третья координата, где как бы V направлена, да? Вот, она тут меняется каким-то образом от x и t. Но мы возьмем некую точку, в которой V константа. Вот, допустим, у нас есть некая точка, где скорость там 2 метра в секунду, допустим, равна. Вот момент времени 0, значит, на координате какой-то x, какая-то скорость равна какой-то константе. V константа, какой-то константе. Вот. Ну, в следующий момент времени там t1. Есть какая-то другая точка с x, да, в которой v равно той же самой константе. Значит, какой-то там следующий момент времени, в следующий момент времени, в следующий момент времени есть точки, где скорость констант. Причем одна и та. Правильно? В трубе. Так вот, а с какой скоростью двигается эта точка? Она двигается со скоростью v плюс-минус c. То есть относительно газа эта точка двигается со скоростью звука. Причем она двигается в двух направлениях. Она двигается в направлении плюс, то есть бежит вперед со скоростью звука. И она двигается с минусом. Уловили? То есть это и есть скорость распространения малых возмущений. Собственно, все вот это было только для того, чтобы это доказать на самом деле. Что связь, то есть вообще скорость звука изначально вводится как скорость распространения малых возмущений. Просто определение, вот если вот учебник по физике, что такое скорость звука вообще? Это скорость распространения возмущений, скорость распространения звука, собственно, в среде. А если вы открываете учебник по МСС, то вы можете встретить, что скорость звука это на самом деле вот это. И как-то так возникает вопрос, а как это вообще работает? Как вот, вот это как бы связано вот с тем, что это действительно скорость распространения возмущений? А вот так вот и работает. Что если вы скорость звука ведете вот таким вот образом, ведете законы сохранения, то в принципе, ну, на самом деле в трехмерке там ничего не меняется, если уж по чесноку. Там это геморройнее, но тоже выводится. Вот. Что некая координата с постоянной скоростью, то есть вот если взять какую-то постоянную точку с постоянной скоростью, она мигрирует по среде со скоростью звука относительно среды. Это не имеет смысла. То есть это же, смотрите, так, знак определяется никак. Это физический символ знака. Он в природе существует. То есть у вас и по плюсу идет, и по минусу. То есть у вас идет две характеристики. Поэтому как раз очень классно, то, что у вас, понимаете, то, что у вас появляется вот плюс-минус, обычно воспринимается в школьные годы, что это, ну, некий такой артефакт. Когда вы корень квадратный извлекаете, и из чего-то у вас там как бы плюс и минус возникает, ну, как, какой-то вот такой вот. И обычно в общей физике говорится, ну, там вот одно решение положительное, но вот истинное, а другое вот отрицательное. Там масса отрицательная, время отрицательное, ну, вот не истинное, ох, выбрасывают. То есть здесь оба решения обладают смыслом. То есть у вас возмущение идет как вперед по потоку, так и назад по потоку. Ясно? Ну, ладно. Это как бы, ну, это на самом деле только начало. Это как бы очевидный вывод, на самом деле, который изначально просто, ну, так вот, действительно, необычненько нарисован, что у вас действительно точка, которая распространяет, ну, то есть некая dx по dt, точка, в которой постоянная скорость, распространяется по пространству со скоростью v плюс c и v минус c. Ну, то есть у вас газ летит с какой-то скоростью, вот от него со скоростью v плюс c и со скоростью v минус c эта точка, ну, вот в какой-то момент времени взята, ну, вот распространяется. Это, кстати, называется словом характеристика. Так. Теперь далее. Ну, вот это как бы общее физическое соображение, да, что точка распространяется. Теперь кое-что можно вывести. На самом деле, вы можете утверждать из этого уравнения, что у вас координата x это t, собственно, v плюс-минус c, плюс, ну, некоторая константа, это если интеграл просто взять, которая является функцией скорости. Ну, вот этот интеграл, его довольно легко взять, да, потому что если мы говорим, что v константа, да, вот, то мы можем вот так вот его взять. Но вот эта константа, это мы сейчас, я ее так сотру, константу, я напишу вот такую букву. Это некоторая функциональная константа. Поскольку мы брали интеграл в предположении, что скорость константа, то и константы интегрирования становятся
становится функцией этой скорости. То есть при другой скорости может быть другая константа интегрирования, а при какой-то там еще скорости какая-то еще константа интегрирования. То есть эта константа сама по себе является функцией. Но функцией параметров, который считался константой в этом уравнении. Кстати, обратите внимание, его, собственно, интегрировать там можно P плюс V константу. Вот это вот константа в рамках интеграла. А вот эта вот константа, которая... Константа интегрирования – это не константа, это функция. Вот от этой константы, которая в рамках интегрирования константа, ну вообще нет, конечно, она вообще является параметром. Вроде бы вот здесь вот как бы очень четко понимать, когда какая буква является константой, когда она является параметром, когда она является функцией, когда она является исконвульсионной. Она прямо в процессе уравнения может менять свою роль. Но физически она всегда остается скоростью, да? То есть ее всегда можно просто взять и померить датчиком. Но ее смысл в уравнениях может меняться. То есть вот в данном случае она является в этом уравнении. Она является некоторой константной величиной, которая на самом деле не должна меняться в процессе интегрирования. Поскольку мы интегрируем только на самом деле, вдоль вот этих вот точек, вдоль которых идет распространение. На самом деле. Вот это уравнение записано. Далее. Когда мы рассматриваем вот это уравнение, опять-таки, но мы можем менять V, то вы на самом деле будете попадать на другие вот эти вот усы. То есть возьмете другую скорость, поставите, попадете на другую. То есть на самом деле скорость хоть и является константой, но она является параметром входным. Вот. И константа интегрирования, которая у вас получается, она является на самом деле функцией того, какая изначально была скорость. Ну ладно. Поедем немножко дальше. Вот мы тут вывели, вот, да. Вот здесь вот мы что-то там по C вывели, да, вот C вывели. Ну, на самом деле, вот здесь еще можно так добавить, забыл сказать, что можно и так же для ρ написать. Ну, это, так скажем, полезно. И подавление. Так. Минус 1 пополам, v по c0, степени 2, гамма, гамма без единиц. Ну, это так, очевидно, выводится, то есть это же на самом деле температура, да? Вот, поэтому если у вас есть температура, то вы можете точно так же по уравнению адиабата найти плотности и давление. Собственно, задача. Небольшая задача. Значит. Представьте бесконечно длинную там трубу. Задача номер 1 из 2 задания. Вот есть бесконечная труба, в ней стоит поршень. У поршня есть некая плотность, которая определяется как масса, деленная на площадь. Ну, некоторая плотность, площадная плотность, так сказать. Ну, некоторая масса, которая приходится на единицу площади этого поршня, просто чтобы давление было удобно поставить. А вот с этой стороны у газа есть некоторое давление там начальное, там плотность некоторая начальная, в общем, что-то там есть. А с этой стороны ничего нет, вакуум. Ну, это выстрел из ружья на самом деле, да? В общем-то, если так посмотреть. То есть у вас есть там, вернее, выстрел не из ружья, это, знаете, пушка, которая алмазы делает промышленные, на самом деле она. То есть у вас есть длинный ствол, стоит большой диск металлический, тяжеленный, вот, стоит угольная мишень. Вот, и, значит, этим диском надо так треснуть по этой угольной мишени. Чем сильнее треснешь, тем больше алмазов получается. Вот, конец. Ну и вот вопрос, как этот поршень будет двигаться. То есть его сперва так держит, потом его отпускает, он поехал. Ну там без взрыв, там просто накачивают газ с одной стороны и все. Ну треснет по углю, получаются алмазики мелкие, конечно. То есть вот вопрос, значит, как меняется скорость вот этой вот штуки от времени. Задача невероятно простая, сразу оговоримся. Вот следующая задача будет невероятно сложная. Ей потребуется еще столько же теории вывести, чтобы как бы ее решить. Нет. Он имеет массу, причем большую. Более того, если бы цилиндр имел нулевую массу, так скажем, то тогда была бы не скорость звука, а критическая скорость звука. То есть газ бы его толкал так, что он бы имел скорость, ну, локальную скорость звука газа у себя под задом.
здесь газ не обязан. Ну, скорее всего, не, ну, то есть цилиндр считается тяжелым. То есть это большая такая металлическая штука, которая должна почему-то как хорошенько так треснуть. То есть он не маленький совсем. Он большой и тяжелый. Ну, собственно, смотрите, вот здесь вот это вот все, конечно, хорошо, да, но на самом деле всего этого нам нужна только одна формула, на самом деле вот это. Это то давление, то есть изначально, смотрите, газ был неподвижным, потом он начал двигаться. Причем, когда газ двигается, все вот эти уравнения работают. То есть он двигается адиабатически, закон сохранения массы сохраняется, течет он по трубе постоянного течения, закон сохранения момента импульса у него тоже сохраняется. Соответственно, у него работает вот эта формула. Давление как зависимость от локальной скорости газа. То есть мы в каждый момент времени можем наблюдать, что если газ вот в таких условиях разогнался до какой-то скорости, то в нем должно быть вот такое давление. Значит, двигается с какой-то скоростью. Вопрос, с какой скоростью двигается газ, который толкает поршень, возле поршня? Начинается со скоростью поршня, да? Раз он двигается со скоростью, блин, поршня, а давление на поршень действует вот это вот самое P, да, вот P, то для поршня можно написать второй закон Ньютона. То есть вот это вот плотность там поверхностная, да? То есть это масса, так сказать, на площадь. Равна давлению, которое действует, и на ускорение. Ну, на самом деле это ma, да, равная силе. Только на площадь разделим все, и вот так получится. Ну и здесь еще просто ускорение, это, собственно говоря, du по dt на вот эту вот поверхностную плотность. И все это равно там, начальному давлению газа. То есть продиктуйте, я отсюда не вижу формулу просто. Что там в скобках? Давайте нам. Да, гамма на гамме без единицы. Да? Ну, очевидно, что есть минус, да, используется. Давление падает. Это вот это явно волна разрежения, а не волна сжатия. То есть смотрите, на каком усе вот из этих двух стоит этот поршень? На том усе, который двигается по скорости, или на том усе, который двигается против скорости? Очевидно, на том усе, который двигается против скорости. То есть когда газ торкает поршень, возмущающие вот эти волны идут против поршня всегда. Они идут от него. Ну и так очевидно, что давление на него должно падать, да, в конце концов. Не может оно расти, от этого поршня летать. Ну, оно падать должно. Газ от него отлетает, его там меньше становится. Все. Смотрите, в этом, так сказать, замечательном. Вот это то же самое. Да, это U, pardon. U и U. Это константа. Все, можно взять интегралы. Это будет ответ. Как скорость поршня зависит от времени. Я говорю, простая задача. Она решается в одну формулу. Просто понять, что именно эту формулу надо использовать, довольно, ну, где надо еще закон сохранения. Да. Вот, что это именно оно, очень сложно. Понятно? То есть на самом деле все достаточно просто. То есть у вас есть газ. Газ испытывает некое, вообще говоря, нестационарное движение. То есть он как бы двигается и двигается как бы вот нестационарно. Но в нем есть формула, которая связывает давление со скоростью. Так, это пока было просто. Теперь сложность. Сложность начинается с того момента. Ну, такая философская сложность. Вы можете ее вообще за сложность не считать. Смотрите. Все, конец. Вот пока вот это все задачей закончим. Едем дальше по теории. У вас есть характеристики, так? Каждая характеристика отвечает, вообще говоря, за какую-то скорость. Но скорость звука не константа. Если вы газ уплотняете, у вас скорость звука начинает расти. Логично? Логично. Допустим, вы вдвигаете поршень, вот здесь поршень вдвигает, да, он куда-то хуй поехал, да, там назвать. Теперь, допустим, вы вдвигаете поршень внутрь трубы. Вот эти характеристики, вот в начальный момент времени, да, сейчас я нарисую. Нарисую, а я прям здесь нарисую.
вам эта задача. То есть у вас есть бесконечный цилиндр. Труба бесконечная. Теперь поршень в трубу въезжает. С точки зрения x и времени. Это x, это время. Обратите внимание, вот это тоже очень трудно, так сказать, для понимания. Время является осью в данном случае. Просто осью, которая куда-то направлена. И здесь есть третья ось, вот где вот так вот скорости находятся. То есть они как-то вот меняются от x и времени. Но я рисую проекцию этих скоростей, условно говоря, на плоскость. Потому что не могу в 3D рисовать. А было бы классно, если в 3D рисовать. Было бы гораздо понятнее. Смотрите, начальный момент времени, когда время равно нулю, поршень стоит, все хорошо. У вас есть точки по x, и на них есть точки, где скорости равны нулю. Во всех точках скорости равны нулю, так? И у вас из каждой точки может быть направлена характеристика, это некая математическая линия, да, по времени, вдоль которой распространяется информация о том, что у вас скорость равна нулю, а dx, вот это по dt, равно просто c. Ну, до скорости. Теперь у вас поехал поршень. Допустим, доехал за первый момент времени вот сюда. Вот здесь у вас как бы пространство исчезло. Все, теперь здесь газа нет. Здесь сидит поршень. Вот в этой точке формируется новая характеристика, которая несет информацию о том, что у вас скорость равна скорости поршня. И она, вообще говоря, выглядит вот так. Dx по dt равно v поршня плюс c. Она наклонена сильнее, эти характеристики в какой-то точке пересекаются. То есть в одной точке оказывается информация о двух скоростях. Что это физически значит? То есть если вот здесь вот все классно, да, вот с характеристиками. То есть вот есть характеристика, она несет информацию о какой-то скорости, да, все пучком. Но, вообще говоря, у вас может случиться ситуация, что информация о какой-то скорости может двигаться быстрее, ну, пересекаться с информацией о другой скорости. И у вас в одной точке получается две скорости одновременно. Что невозможно. У вас не может быть двух скоростей в одной точке. Мы говорим о физических скоростях. Да? То есть здесь надо очень четко понимать, да, что является нашими там математическими выкрутасами, а что является физикой. Да? То есть вот в любой момент времени в каждой точке скорость просто измеряем. Это можно просто взять ее и померить. Она какая-то физическая. Их не может быть там 2, 3 там, в одной точке. Не может быть. Может быть только одна. Вот. Но математика гласит, что если вы вот поставите поршень, начнете двигать его вот там, трубу там, вот, то у вас эти характеристики начнут пересекаться, и у вас получится в одной точке вроде как две скорости сразу. Как быть? Вот умный человек, да, сразу говорит, это действительно возникновение ударной волны. Собственно, ударная волна, вот этот разрыв, нарушение сплошности, нарушение законов, как я вам помните, рассказал, да, что там есть некоторые трудности с законами сохранения одновременного выполнения. Да, то есть вот эти вот формулы, которые работают на самом деле на законы сохранения, в ударной волне действуют с оговорками некоторыми, если вы помните. То есть, смотрите, характеристики выводятся из предположения, что законами у вас все в порядке. Как только они пересекаются, это означает, что с законами начинаются некоторые проблемки. Понятное дело, что вы не можете нарушить закон сохранения там массы, импульса и энергии, но некоторые оговорочки там вот возникают, если вы помните семинар про ударные волны. Да? Вот, то на самом деле там все не гладко с ними. Да, если у вас происходит пересечение характеристик, и у вас в одной точке могут находиться сразу две скорости, это означает, что у вас наступил разрыв в решении. У вас нет решения. Решение разорвалось. То есть у вас было возможное решение до и возможное решение после, а в центре нет решения. Законы там не действуют. Вернее, действуют, но там не идеальный газ, там все непросто. Там надо так глубоко копать, чтобы эти законы сшивать друг с другом. Если по этому температуру надо вводить там разную и так далее. Вот. То есть, что такое образование ударной волны на самом деле? Откуда вообще появляются ударные волны? То есть как так вообще получается, что у вас есть некие параметры, которые вот в газе распространяются, потом в какой-то момент они раз разорвались. Так что тут параметры есть параметры после, а в центре параметров как бы и нет.
Это происходит потому, что в эту точку должны прийти одновременно два параметра, и возникает некая физическая неопределенность с параметрами. То есть у вас в одной точке должно находиться сразу множество скоростей, на самом деле. То есть, на самом деле, вот если вы выдвигаете цилиндр в порох, в трубу, то понятное дело, что в каждый момент времени, если цилиндр особенно едет с ускорением, у вас наклонены характеристики все дальше и дальше. И они начнут, то есть у вас, смотрите, вот представьте, едет поршень, да, в трубу. И от поршня постоянно исходит ударная, ну, скорость звука, идет информация о том, что вот тут вот, есть поршень, есть какая-то скорость. И чем быстрее едет поршень, тем быстрее двигается эта информация о нем. И в какой-то момент эта информация начинает друг на друга накладываться. То есть задняя волна начинает догонять переднюю, условно говоря. Это происходит всегда. Ударная волна образуется всегда при движении. Кстати говоря, тоже, кстати, интересный феномен. Как бы вы ни вставляли, не делали линейное движение вперед, вы всегда формируете ударную волну, хотя бы слабую. Потому что ваше возмущение от двигающегося предмета всегда быстрее, то есть особенно если есть какое-то, если есть какая-то скорость, чем оно было до того, как скорость была меньше. То есть если есть какое-то ускорение при движении, то у вас есть рост скоростей, соответственно, у вас есть пересечение характеристик, соответственно, у вас есть точки формирования ударных волн. Другое дело, что ударные волны могут быть очень слабые, они могут быть акустическими. Вот я вот говорю, да, на самом деле я постоянно генерирую миллиарды волн, на самом деле, акустических. Вот. И когда вот так вот рукой двигаете, вы генерите акустические волны, только очень слабенькие. Вот. И происходит это из-за того, что у вас в одну точку попадает информация о двух разных скоростях. Как только это случилось, у вас нарушилось условие, ну, вот, вот того, что вот здесь выводится, и у вас начали действовать другие, так сказать, правила. Ну и теперь, собственно, вопрос: а как вообще формализовать появление ударной волны? Ну, вот это все, конечно, хорошо, что я тут говорю, что вот там что-то накладывает, там характеристики, там тудыть, сюдыть. Вот, ну как-то надо это так аккуратно. То есть вот допустим теперь x, v. Это координаты x и скорости. И вот смотри, то есть у вас скорость, если она выглядит как-то вот так, да, то все нормально. Ну в каждой точке есть какая-то скорость, так? Если же у вас вот здесь вот эта волна, так сказать, начинает обрушаться, ну, наверное, здесь еще тоже нормально, да, вот как. Вот здесь скорость, здесь какая-то скорость. Но очевидно, что вот эта точка будет двигаться быстрее. Информация о ней будет двигаться быстрее, чем вот эта. И если у вас произойдет что-нибудь вот такое, вот это уже ненормально. Потому что у вас в одном точке x как бы сразу несколько скоростей. То есть, очевидно, что переходом, который говорит о том, что образовалась ударная волна, ну, ударная, это как бы, ну, акустическая, может быть, волна, акустическая, она тоже ударная волна, ну, как-то ударная волна все-таки мощно воспринимается, а здесь все-таки мы говорим о акустических волнах, то есть о волнах очень малой интенсивности. Это, ну, вообще, эволюция волн, это очень тяжелая тема, мы ее вообще, в принципе, не касаемся. То есть, если как математически записать вот условие, что мы вот-вот-вот перейдем в условие, что у нас как бы станет неоднозначность x по v. То есть вот здесь вот оно еще вот однозначно, но еще вот так вот чуть-чуть и станет неоднозначно. Еще немножечко чуть-чуть и станет плохо. Что тут с точки зрения производных происходит? Что можно сказать про dv у dx? Да, она становится вертикальной. То есть ваша касательная должна стать вертикальной. Кстати, по какому параметру это происходит? Ну, понятно, то есть у вас частная производная, тут должно быть константа. Что константа? Время. Потому что время вот сюда направлено. В данный момент. Это срез по времени. Ну, понятно, что бесконечность это как бы плохой символ, да, его никто не любит, и вообще вот бесконечность это плохо, поэтому вот так. Набор вверх ногами просто пишется. То есть dx по dv равно 0. Так, это первое условие возникновения, начало возникновения ударной волны. А какое второе? Можно, так сказать, не отходя от графика. Ну, очевидно, что у вас не могло быть вот такой ситуации, да, когда производная стала. Ну, то есть, что вторую усу туда завернут. Потому что тогда, ну, сразу невозможно. Что еще можно сказать вот про
вот эту штуку и вот эту штуку. И вот эту точку. С точки зрения производных. Смотрите, раз производная обращается в бесконечность, да? У вас это должно быть не вот такая какая-нибудь асимптота. Правильно? Ну, у вас не может скорость или координаты уходить в бесконечность. Они должны быть конечными. Значит, эта точка может быть только точкой перегиба. То есть она не может быть не точкой перегиба. Потому что если она не точка перегиба, у вас вот это условие создаст ну, какой-то бесконечный параметр. Какой-то из координат скорости бесконечный параметр. Поэтому второе условие это вот такое. Так. Точка перегиба. Ну, то есть, смотрите, если это была бы не точка перегиба, да, и у вас выполнялось бы вот это условие, или вот это означает, что у вас параметр V должен был бы уйти в бесконечность. А он ну, в бесконечность уйти не может, потому что он конечный. Поэтому эта точка может быть только точкой перегиба. Понятно? То есть еще раз, так сказать, и кратко. Теперь мы решаем, ну, заходим, так сказать, вступаем на ту область, где время является параметром. То есть у нас от времени что-то зависит. Если мы возьмем уравнение сохранения и, скажем так, аккуратно в них вот тут вот поиграем буковками, там, буковки налево, буковки направо, там, тара-та-та-та-та-та-та, мы получаем достаточно очевидное условие, что у вас информация о какой-то скорости распространяется со скоростью звука. Далее. Если эта информация как-то распространяется со скоростью звука, вы можете получить ситуацию, что у вас в одну точку приходит две разные информации, условно говоря, и это неправильно. Это означает, что в этой точке должна сформироваться ударная волна и сформироваться некая неоднозначность. Ну, то есть понятно, что с точки зрения вот этой вот математики у вас должна сформироваться неоднозначность по скорости. То есть у вас должна возникнуть ситуация, что у вас просто две скорости в одном месте. Ну, вот, условно говоря, вот. Информация об одной скорости идет вот так, а информация о другой скорости вот так. И у вас просто есть участок, где скоростей две. Это невозможно. Поэтому в этих точках начинает формироваться ударная волна. Некий объект, который разрывает решение. Понятно? Следующая задача. Точно так же. Бесконечная труба. Стоит цилиндр. Цилиндр выдвигают в трубу. Вопрос, где образуется ударная волна. Ну, понятно, что то, что вдвигают в трубу, вдвигают по какому-то закону. То есть не просто вдвигают, а как-то вот вдвигают по каким-то правилам. Вопрос, где и когда появится первенькая ударная волна? Закон, по-моему, кубический. Ну, там, задача, но закон, понятно, любой можно воткнуть. Хочешь кубический, хочешь там квадратичный, какой бы. Он линейный. С линейным даже интересно. То есть у вас есть бесконечная труба. У вас есть цилиндр, в трубе есть там некая Ф0, Р0, Ф0. Все есть. Все там известно, все понятно. А сюда начинает ехать цилиндр, который едет по закону, что х равно там от Ф. Задача, по-моему, вторая. Вот здесь B, и здесь натрий делится. Ну, чтобы скорость, очевидно, была без лишних вещей. Ну, для начала, да, чтобы брать какие-то там производства. То есть вот условия образования ударной волны, да, я их только что выписал. Вот раз и два. Но чтобы, вот понимаете, начинать там какие-то ударные волны там вот так далее, надо вообще понять, как у вас зависит скорость от x, ну или x от скорости. Согласитесь, это было бы полезно, да?
А вот, собственно, формула, которая призвана как бы связать x и v. Так? Вот здесь возникает такой интересный момент. Как вообще этой формулой пользоваться? Дело в том, что вообще говоря, ну как бы изначально предполагается, что если у вас есть некое фиксированное v, да, где-то там, в какой-то момент времени, то есть, смотрите, это решение, как вы помните, некого дифференциала, так? Вот это константа интегрирования в этом дифференциале. И она берется из какой-то точки. Какая точка в каждый момент времени мы можем вот в этой задаче сказать скорость? В каждый момент времени? Да, скорость поршня. Скорость поршня у нас вот такая. В каждый момент времени. А координата вот это b, буква b. Ну там задача буква B, блин, не знаю, почему думал, что буква А стоит, а там буква B стоит. Не важно. Просто параметр. Вот. То есть в каждый момент времени, действительно, когда поршень куда-то там заехал, вот, у него есть. То есть мы ведем. Это говорит, следите за руками. Хорошо? Потому что здесь будет время как параметр начальных условий и время как параметр, который описывает среду. Допустим, прошло некоторое время tau. И поршень, ну, где-то там оказался. У него координата x, соответственно, b tau в кубе на 3. И у него скорость, соответственно, b tau квадрат. Блин, если я делал tau, то здесь должен быть именно tau. Так. Соответственно, мы можем сказать, смотрите, давайте вот это уравнение будем рассматривать для времени tau. То есть момент времени tau и скорости бета-тау квадрат. Что мы как бы получим? Так, мы получим, что x как параметр. Еще раз, вот это? Это координаты поршня. В момент времени tau. То есть в момент времени tau поршень оказался в координате бета-тау в кубе на 3, и у него скорость бета-тау в квадрате. Ну, то есть очевидный вид, да, то есть поршень поехал, прошло время tau какое-то, вот у него есть какой-то координат, у него есть какая-то скорость. Теперь вопрос, как мы сможем вот этим вот воспользоваться, да? То есть мы говорим, что x есть t, то есть вот это наше ограниченное условие. То есть если у нас x равен b tau в кубе на 3, а скорость равна b, то скорость должна равняться b tau в квадрате. Теперь вот сейчас я пытаюсь сообразить. У нас x есть t, скорость. В данном случае плюс c, потому что мы говорим о характеристиках, которые идут по скорости, а не против. Плюс некая константа, которая берется от v. Теперь смотрите, мы должны сделать следующим образом. Мы должны место для... То есть вот это общее решение, да? Теперь мы должны подставить сюда граничные условия. Мы говорим, что если у нас x равняется b tau в кубе на 3, то скорость должна равняться b tau квадрат. Вот так. А c должно равняться, вот если там формула осталась, вон тому. То есть получается вот такая штуковина. У нас получается, что b tau в кубе на 3 равняется tau в момент времени tau b
тау квадрат плюс c0. В данном случае опять же плюс гамма без единицы пополам b тау квадрат, потому что скорость газа равна скорости поршня, плюс f от параметра бета тау 2, бета тау квадрат. Вот так. То есть мы подставили граничные условия. Видите? А теперь смотрите, как говорится, за руками дальше. Мы хотим, на самом деле, что мы хотим? Мы хотим найти вот эту функцию. То есть это именно функция. Это не константа. В данном случае у функции вот такой аргумент. И если у функции вот такой аргумент, то действует вот такое равенство. То есть это вот общее уравнение, да, которое у нас должно действовать. Мы в него подставили граничные условия. И хотим вычислить вот эту функцию. Поэтому b тау в квадрате. Мы давайте объявим какой-нибудь переменный z. Если мы объявили ее за z, то тау как параметры это и z, деленное на b, корень квадрата. А f от z. Есть вот такая величина. B на 3. Z, деленное на B, в степени 3 вторых. Минус. Вот здесь ты снова. А, да, кстати, вот здесь есть скобки открыть. T в кубе здесь минус 2 трети будет. Ну, то есть, смотрите, вот эти два члена, да, они одинаковые, на самом деле. Поэтому я их как перенес. И сразу зарезал. Ну, чтобы писанина было меньше. Так, минус c0. И минус гамма без единицы пополам. Z. Теперь. Не-не, я z ввел в качестве параметра tau. То есть говорим, что, смотрите, вот здесь у вас, видите, аргумент функции b, t в квадрате. Нам нужна эта функция как аргумент чего-то, ну, а, тьфу ты, ё-моё, да. И на самом деле здесь тоже что-то на тау, здесь не просто z стоит. Здесь тоже стоит вот это вот z. Так, если у нас b, t в квадрате, так, там b, b тау в кубе должно быть, то есть b, z делить на b в степени 3 вторых. Так, здесь тоже, если на тау умножаем, то здесь стоит корень квадратный, и z делить на b. Вот так, да, вы совершенно правы. Ну, на самом деле здесь можно... Мы, наверное, чуть упростить, потому что здесь можно вот это вот корень из z на b вынести за скобки. А то уж как-то тут совсем все. Так, здесь будет 2 трети bz плюс гамма без единицы пополам. Опять же, так, здесь заделенное на b. Заделенное на b. И минус c0. Так, бэхи сократились. Ну, здесь тоже можно сложить. Это будет 4 плюс 3 гамма минус 3, деленное на 6. Ну, то есть 1. То есть 1 плюс 3 гамма, деленное на 6z. Здесь корень из z, деленное на b. Теперь смотрите. Отлично, мы нашли форму вот этой функции. Значит, вот так вот ее так это вот здесь так вот затираем. Да? И пишем, что это на самом деле минус корень квадратный из v делить на b. Там стоит единица плюс 3 гамма делить на 6
В. Что? Не, здесь везде минус. Здесь минус, здесь минус и здесь минус вроде бы был. Я его вынес за скобку. И вот оно здесь, вот-вот. То есть вот так. Вот в этой задаче про движение поршня в зависимости связаны параметры скорости, времени и координаты. Но все это написано только для тех участков, куда добрались характеристики двигающегося поршня. То есть это не во всем пространстве, а только там, где прошла хотя бы первая характеристика. Вот так. Ну и теперь отсюда надо взять производную. Смотрите, что получится. Производную dx по dv и производную dx по dv второй раз. И приравнять их к нулю. Так, надо еще... Thanks. Ну, ладно. Да, мы, смотрите, когда мы первый раз возьмем, знаете, у вас тут три переменных на самом деле, да, x, t и v, так? А если возьмете первую производную, ну, там производная равна нулю должна быть, у вас будет первое уравнение для t и v. Вторая производная даст еще одно уравнение на t и v. Оттуда вы найдете связь между v и t, которые были в момент образования ударной волны. И поставив их в начальное, вы найдете x. Да, x в обратной системе координат находится. Так, ну что, давайте поищем. Ну, в принципе, здесь, поскольку нам надо брать при постоянном t, производную брать, в общем-то, несложно, да? Давайте, так сказать, возьмем, что у нас получается. У нас получается первая производная. Это t минус... Ой-ё. Тут не так тривиально взять. Так... 1 плюс 3 гамма, деленное на... Конечно, если я не ошибался нигде, ну вот ладно. Посмотрите, как говорится, так, корень из b. Что там будет так в степени 3 вторых, v в степени 1 вторая. Что-то такое. И минус, соответственно, с 0... делить на корень из b c0 делить на корень из b на корень из v. Здесь двойка стоит. Это первый уровень. А, тут ты, ё-моё, что мне сказали, здесь же еще c стоит. Вот этот параметр c на самом деле это параметр v, да? Так, поэтому здесь еще есть единица минус 2, гамма без единицы минус 2, да. Еще так вот плюс, гамма на 2t. Так, это первое уравнение, и равно это все нулю. Ну, и если это еще раз продифференцировать по... времени мы получим единица плюс 3 гамма 6 корней из b, ну ведь на 3 четверти корень из v плюс минус плюс c0 делить на 4 корней из b в степени 3 вторых. Это тоже равно нулю. Так, странно, что времени не осталось. Еще подозрительно.
Ну, может быть, поперло, как говорится. То есть отсюда можно найти скорость. Может быть, здесь... Ладно, то есть, наверное, повезло, так сказать. То есть здесь получается, что v равно... Так, здесь корень из b сократился. Четверка сократилась. Корень из v там тоже сократился, по сути, здесь единица стала. Это значит, так, можете сообразить, как тут получается? Здесь получается, что если это мы туда унесем, в общем, это c0 умножить, так, это двойка, умножить такое ощущение, что на 2, деленное на единицу плюс 3 гамма. Ну, по-моему, правильно. Туда, это сюда, перевернули. В общем, ковыч вот так. Теперь это надо подставить сюда. Что там получить. Найти, собственно говоря, время. И потом это время и вот эту скорость подставить вот сюда. Это время еще есть. Можно и поподставлять. Так, здесь у нас будет... гамма плюс единица пополам. На это чуть-чуть исправлю, потому что. Tx. Поехали искать время. Так, время, когда произойдет вот это нехорошее событие. Это единица плюс 3 гамма. Деленное на 6 корней из b умножить на 3 вторых 2c0 деленное на единицу плюс 3 гамма. Вот так. Это вот этот член. И плюс вот этот член. Плюс c0 делить на 2 корней из b. Ну, кстати, здесь будет корень вот так. В скобках единица плюс 3 гамма. Здесь просто корень из двух. Ну, это просто, да, все. Тут в общем ничего такого удивительного, странного или непонятного нет. То есть здесь можно сокращать еще немножко. То есть здесь будет 1 четвертая корень из b. А здесь будет корень квадратный из 2c0. Вот это можно. Единица плюс 3 гамма. А, это здесь тоже 30. Можно за скобку вынести еще. Ну ладно. Два корней из двух, корень из b. Ну, тут можно еще c0 вынести, да, так, за сколько, кстати, да. Здесь, смотрите, вот эта двойка, она здесь делает два корня из двух, и тогда это все еще как-то складывается. Здесь вот такую двойку убрать. Вот так получается. Вот такое время. То есть вот такая скорость, вот такое время. И теперь это надо все вот сюда подставлять, чтобы найти координату. c0 единица плюс 3 гамма деленное на 2 корень из b. Так, здесь v плюс c. Ну, v плюс c можно заменить на c0 плюс гамма плюс 1 пополам
и вон той выберем. Так, если мы здесь 20,0 поставим, то двойка сократится. Это будет просто c0 деленное на единицу плюс 3 гамма. То есть вот этот член минус корень из v, деленное на b. Ну, так и будет 2c0 делить на b единица плюс 3 гамма. Ну и вот эта скобка последняя. Если мы вместо v подставим 2c0 деленное на единицу плюс 3 гамма, то получаем c0 деленное на 3 на самом деле. То есть 4/3 c0. Ну, еще плюс это c0. Теперь 4/3 c0. Что это вот такое? Все понятно, да? Никаких вопросов. Ну, да, понятно. С момента того, как вот у вас есть вот эта вот формула, с момента, как вот вы ее там продифференцировали, приравняли к нулю, все понятно. Значит, смотрите еще раз. Попробуем еще раз, так сказать, вкратце пробежаться, что здесь происходит. То есть есть опять-таки вот эта формула, которая как бы описывает характеристики, то есть движение вдоль каких-то прямой. Кстати, там еще вдоль этих характеристик инвариант Риммана сохраняется. Вдоль этих характеристик. Там еще есть некоторые величины, которые сохраняются. Вот, ну это ладно. То есть есть некая характеристика, вдоль нее что-то происходит. И если ее взять и проинтегрировать, то можно получить вот такое вот уравнение, что их там равно чего-то там плюс константа. Дальше начинается веселье найти эту константу. То есть мы должны взять и в это вот уравнение, так оно здесь уже записано, подставить параметры граничных условий. То есть что у нас некий момент tau, есть некий x и некоторое v. Как только мы это делаем, мы можем найти вот эту функцию f. Она является функцией. То есть мы ищем граничные условия как функцию. То есть обычно как просто на границе там что-то равно нулю, да? Или там в начальном времени там, или там равно какому-то там параметру известному какая. А здесь у вас на границе есть некая функция. То есть вы ищете граничные условия в виде функции некоторой. Вот. И вы находите эту функцию, что вот так f, то есть в зависимости от того, какой у вас там на поршне этот самый параметр, то у вас вот так зависит параметр внутри газа. Угу. После того, как вы нашли вот эту функцию, вы можете эту функцию подставить в уравнение и найти, собственно говоря, как у вас x, t и v связаны. Если у вас есть связь x, t и v, вы можете найти производную x по v и вторую производную x по v, и это условие, приравнять их к нулю и сказать, что это вот условие образования ударной волны. После этого вы находите, какое там время, какая там скорость, и находите, какая там была координата. Понятно? Это задача сложная. В ней надо... Ну, в ней и теория не очень тривиальна, то есть там... И важный момент, да, что скорость звука — это действительно скорость распространения информации о какой-то скорости. То есть если скорость звука выводить как dp по dρ при постоянном s, то вы действительно можете получить, что скорость звука, ну то есть сказать, вот это определение, что dp по dρ при постоянном s есть квадрат скорости звука, и определение, что скорость звука — это скорость распространения малых возмущений, ну или какой-то информации о чем. Вот есть доказательство, что эти два определения связаны. Всем спасибо.